Подходите и посмотрите на этот Bentley Continental и его проектор с фирменным логотипом. Мало того, что он высокого разрешения, вы можете настроить его цвет. Посмотрите! Он анимированный! Сверкает и блестит. Вау! Люблю все, что блестит. Однако этот новенький Bentley Continental GT я люблю гораздо больше. Это уже четвертое поколение Bentley Continental GT. Однако ходовая часть тут от третьего поколения. Но не волнуйтесь, без новшеств тут не обошлось. Это же Bentley. Как иначе? Тут установлены новые амортизаторы с более широким диапазоном работы, дабы вам было еще спортивнее и удобнее. Также тут установлена новая система векторизации крутящего момента на задней оси. Она еще агрессивнее предыдущей. В общем, в поворот машина должна входить лучше. К тому же это гибрид с идеальным распределением веса. Ведь аккумуляторы теперь расположены в багажнике. Но платой за это стало уменьшение объема. Я, конечно, слышал, что размер не имеет значения, но не слишком ли он маловат? Чтобы наглядно это показать, я, как обычно, попробую залезть в багажник. Это плохая идея, определенно. Я так просто не сдамся. Я лягу в Bentley. А, кажется, я влез. Но вот закрыть багажник уже не получится. Ой, блин! Но самое лучшее в новом Bentley Continental GT — это его гибридность и, разумеется, скорость автомобиля. Тут установлен 4-литровый V8 с двойным турбонаддувом, 8-ступенчатая КПП с двойным сцеплением и электродвигатель на замену старенькому, но такому родному 6-литровому W12. Однако времена меняются, а прошлые показатели уже не впечатляют. Всего-то 660 лошадок и 900 ньютон-метров момента. Новый же двигатель V8 уже выдает ни много ни мало 782 лошадиные силы и 1000 ньютон-метров момента. Предел скорости нынче равен 330 км в час. Но ведь машина и в весе прибавить успела. Так что вот она, цена гибридности Bentley. Ведь эта технология весит чуть больше пушинки. Однако не все так плохо, как может показаться. Но не может не волновать вопрос, сможет ли этот автомобиль разогнаться от 0 до 100 км в час быстрее, чем за 3,6 секунды. Ведь по документам заявлено, что его показатель равен 3,3 секунды. Не зря же он плагин гибридный, верно? К тому же и выбросов стало меньше — 36 грамм на километр. Бойся CO2. Это настолько же экологичный автомобиль, что и этот малый. Все верно. Новый Bentley настолько же за экологию, насколько и плагин гибридный Kia Niro. Это безумие какое-то, ведь с такими показателями директора компании смогут спокойно ездить на таком Bentley и не бояться огромных налогов. Борьба с выбросами и налогами одновременно. Сразу одним выстрелом двух зайцев. И не стоит забывать об аккумуляторе на 25 кВт-часов. С его помощью вы сможете проехать на силе электричества ни много ни мало 80 км. Но ведь это же Bentley, а значит, тут не все так просто. Ведь благодаря все тем же техническим наворотам вы до 100 километров проехать сможете. Хотите продать свою машину легко, быстро и по хорошей цене? Тогда переходите на CarWow, где вас уже ждет более 4000 доверенных продавцов на нашем онлайн-аукционе. Для начала подтвердите, что именно вы являетесь владельцем автомобиля. Затем расскажите нам о нем побольше. Загрузите пару его фотографий, чтобы мы помогли вам определиться со стартовой ценой. И более от вас ничего не потребуется. А после ваша машина станет лотом на нашем онлайн-аукционе. По его окончанию вы узнаете о результатах, а покупатель получит свой лот без переплат и с бесплатной доставкой. Неудивительно, что 93% наших пользователей отметили, что только на CarWow им удалось продать машину по лучшей цене. А самое лучшее то, что наш сервис абсолютно бесплатен. Переходите на CarWow с помощью ссылки в закрепленном комментарии или же из описания. И убедитесь сами, что вас там ждет более 4000 доверенных продавцов. Или же переходите по подсказке, что так удачно появилось на ваших экранах. Ну или же просто загуглите «Помоги мне CarWow», и мы поможем вам продать машину легко, быстро и по хорошей цене.
Продолжим обзор. Еще одним плюсом гибридной системы является то, что вы можете сесть и расслабиться, будучи за рулем. Тут так тихо и умиротворяюще. Шум двигателя вовсе не слышен. Это просто великолепно. Однако, зверь дремлет ровно до режима спорт. Проверим работу выхлопа. Ну что, погнали? Где у нас тут режим спорт? Ага. А вот и он. Ого, вот это разница. Это звучит куда лучше, чем прошлый Бентли. Да уж, разница чрезвычайно заметна. Звучит отменно. Но лучше ли это V8? Не знаю, звучит вполне жирненько, как по мне. Но это без ограничителя. А теперь вздыхай. Переходим в гибрид. А теперь вновь станем зверем. Салон же, как и всегда, очень похож на все прошлые Bentley. Тут изменений мало, но они все же есть. Новые кнопки встречают вас здесь, обновленный информационно-развлекательный экран тут. Теперь все стало куда проще и понятнее. Интерфейс также стал более удобным. И это отлично, как и новый тахометр, обновленная отделка салона и кожа, которая теперь имеет объемную структуру на двери. Как будто бы вы уже сидите в машине будущего. Об интерьере мы поговорили, теперь обсудим экстерьер. И начнем мы с фар. Несложно догадаться, омажем к чему они являются. Правда ведь? Дизайн Bentley с 50-х годов был с двумя фарами вместо четырех. А значит, это 100% новый дизайн. Главное, что все узнаваемо, включая капот этого Bentley Continental GT. Крылья также очень похожи на те, что были у третьего поколения Bentley. Идем далее, и тут нас встречает боковая юбка, которая добавляет обтекаемости автомобилю. Ну и куда же без вишенки на торте? Крышки топливного бака для плагин гибрида. А вот здесь обычный для бензиновой заправки. И, разумеется, задние крылья были полностью переделаны для новой модели. Задние фонари тоже стали культурной отсылкой к прошлым Bentley. Как и эта часть с выхлопом. Сам же выхлоп огромен, массивен и мощен. Да и что тут, выглядит он крайне стильно. Осталось проверить крышу. Нам необходимо поднять ее. Так чего же мы ждем? В продажу такие красавцы должны поступить в раннем 2025 году. Ожидайте Bentley Continental GT и готовьте около 210 тысяч фунтов на покупку такого вот зверя, а может даже и чуть больше. Надеюсь, вам все понравилось. Не забудьте ознакомиться с прочими роликами на канале и переходите на CarWow для продажи вашего автомобиля. Спасибо за просмотр.